Акробатика – красивый, захватывающий вид спорта в Мозыре, имеющийся развитие на профессиональном уровне, в специализированной детской юношеской школе Олимпийского резерва номер 2. И каждый год, каждый новый турнир наши юные земляки и их тренеры доказывают состоятельность, способность демонстрировать акробатику высокого для своего возраста класса. Прошла республика у нас среди детских юношеских спортивных школ. Там у нас пара Дулуб Захар и Дулуб Максим завоевали второе место. Потом в феврале прошли две республики. Одна взрослая республика, звезды белорусской акробатики. Там мужская пара Точицкий Юрий, Дасько Кирилл завоевали третье место в сложной борьбе, потому что участвовали полностью команда республики. Ну и в конце февраля прошли первенство республики в городе Гомеле прошли. Тоже участвовали наши три пары. Ну, удача улыбнулась тоже. Точицкий Юрий, Дасько Кирилл. Они заняли в личном первенстве второе место и также выступали за команду области. Показали тоже второе место. И команда тоже завоевала второе место. Яркой кометой пронеслась по небосклону отечественной акробатики мужская пара «Сдюшур номер 2», которая в своей перспективе способна стать одной из лучших пар Европы, а то и мира. Но это дело будущего. Пока же впечатление лидера этого дуэта Юрия Точицкого о своем выступлении на республиканских стартах. Что понравилось талантливому акробату и над чем ребятам еще нужно усердно работать? Работать надо на всем. Каждое соревнование надо показывать свой результат, который мы это делаем, тренируемся. Последнее для нас успешное, потому что заняли призовые места. Очень для нас было волнительно. Это наше первое республиканское соревнование, на которых мы стали на пьедестал. Были очень рады. Потом это было в Витебске. Поехали в Гомель, стали вторыми. Только не удалось обыграть мужскую пару из Бреста. Так тоже довольны. Будем тренироваться. Главное не опускать планку и прогрессировать, чтобы на больший уровень тоже заявляться. Кирилл Дасько не так ясно излагает мысли, как его напарник, предпочитая на ковре показывать свою состоятельность. Однако и он, Кирилл Дасько, мечтает о великих свершениях и любит свой вид спорта – акробатику. Я акробатикой занимаюсь 5 лет. Мне она очень нравится, и я стану чемпионом мира. Добавив, что ребят тренируют Юрий Юрьевич Белавинский, Наталья Владимировна Щемерова и хореограф Виктор Александрович Гузик, отметим группу подготовки Илоны Сергеевны Кузубовой, чьи воспитанницы выполняли непростые упражнения, одно из которых заключалось в удерживании 16-килограммовой гири. Гири нужна, чтобы бросать темпы с фуса на решетке, работать ногами. Мне нравится это работать, потому что это тяжело и меня этим увлекает. В акробатике мне нравится не только получать награды, но и тренироваться. Анна Змушко, ее подруги по трио Екатерина Сердюк и Ксения Мардусевич, юная звездочка, 5-летняя Виталина Ермилова. Все они при хорошей работе станут звездами мирового спорта, мастерицами акробатики высочайшего класса, гордостью столицы Полесья и одной из ее лучших спортивных школ «Сдюшор номер 2».